Можете рассказать, как вы попали в плен? На боевом задании. Вас в бою взяли? Да. А где это произошло? Город Акутяр. Сколько вы пробыли в плену? 7 месяцев. Какие условия содержания? Плохие очень. В чем они выражались? Особенно к нам очень плохие. В чем выражаются плохие условия, расскажите? В чем условия плохие? Да. Кормят плохо. Кидают по разным камерам, чтобы не приживались, чтобы не находили как бы. Ну, чтобы не приживались, а камеры по разным раскидывают. Солнышко, все нормально, ну, так, все нормально с вами, ну, ничего сразу, не сделали, да, эти взяли, да, сильно издевались. И током били, и все, солнце, все нормально, нас поменяли, мы уже на нашей земле, идем домой. Солнышко, ну, все первые нормально. 9 дней, а потом передали в Мариуполь. Все, что там Катюха, что Настюша, кто что у меня внучка, было? Внучок? В Мариуполе снимали показания. Полина, выбил. Как родила Настя? Где участвовали, в каких боях, где, все, смотри, где проходили все подготовки, какие командиры. Какие командиры. Все, мамуль, все нормально, какие подразделения. Всем привет, я вас всех люблю, вы все убийцы, нормально. Вы убиваете мы людей. В Луганской области скоро будем в Донецке. Ну, все такое. Да, конечно, конечно, мы с Донецка. Я сколько осталось ребят в плену? Ну, в Харькове очень все, много. Мамуль, в Харькове из камеры мамочка, нас, с нашей мамуль. Камеры освободили 5 человек. Там было 14. Остальные остались. Мамуль, но они привет, прячут, мамуль. Когда приезжают какие-то проверки, все они берут всех, мамуль. Прячут. То есть они мамуль, у них есть? Они у них есть, да, просто. Они как... Донецке, о тех ребятах вообще никто не знает, что они существуют. Все, мам, их все. Взяли все, с улицы, люблю, не знаю, ни родные, никто не знает. Все, с Донецка позвоним. А этих ребят. И когда какие-то все, проверки, Свету, они их сразу берут всех обнимаю, и прячут. Целую, люблю вас, скоро буду. Прошу. Тяжело больные, раненые. Да, у меня внучка, ну, как знаю, бы, помного знаю, уже, Полинка. Помного сидят, все, как бы уже все, поподлечивали. Всех люблю, обнимаю. Ну, пока, по лекарствам, мамуль, по условиям, мне ничего не помогает, не дают ни лекарства, ни лечат, ничего не делают. Как бы медпомощи не оказывают. Умирает много. Ну, честно сказать, аккуратно. Не могу честно сказать, много ли немного, но вот у нашего одного было заражение, они не хотели ему делать операцию. У него пошла гангрена ноги, пулевое ранение. Они не хотели делать ему операцию. Пока в Донецке там и начали на них. Потом оказали помощь. Ну, неправильно ногу собрали, неправильно срослась, занесли заражение. Домой уже сообщили? Да. Рады? Конечно. 7 месяцев не было, двое детей мам. Сколько лет детям? 4 и 7. Ну, мы желаем доброй встречи вам, успехов, выздоравливайте, всего хорошего. Теперь уже на своей земле.